Уважаемые слушатели, мы продолжаем делиться с вами духовными бриллиантами, оставленными нам священномучеником Серафимом Звездинским и епископом Димитровским, убитым богоборцами в 1937 году в Омске. Нам с вами посчастливилось, что кто-то из верующих записывал и сохранил проповеди епископа Серафима, пронеся их через все эти лихие годы до нашего нового лихолетия. И вновь, теперь уже сегодня, мы нуждаемся в отеческом наставлении и духовной поддержке. Чем темнее мрак вокруг, тем ярче свет этих слов, освещающий наш путь. Проповедь третья. Хочу я сегодня, други мои, побеседовать с вами о том, кто и когда в первый раз совершил Божественную Литургию, где она была совершена в первый раз. «Есть на небе ясное солнце правды, вечное, никем не сотворенное» самосветящееся и разливающее привечный свет. Солнце – это Бог-Отец. От этого Солнца Пресветлого исходит Божественный, такой же, как Солнце, бесконечный, привечный луч, все творящий и укрепляющий. Луч этот – Сын Божий. Этот-то луч Божественный, луч Света Дивного, зажег на земле чудную лампаду, наполнив, преисполнив ее не елеем, не маслом, а своею наполнив божественно чистую кровью. Эта лампада, дорогие мои, есть божественная литургия. Эту лампаду зажег Сын Божий, привечный луч, привечного солнца Отца. Зажег Он ее в последние дни своей жизни земной. Впервые загорелась эта лампада в Сионской горнице в час совершения Тайной Вечери. Вот кем и когда впервые совершена была божественная литургия. Святые евангелисты и святые отцы так описывают первую литургию. Тот, кто был и жертвою, и служителем этой первой литургии, Спаситель, омыл ноги ученикам и возлег с ними. Далее говорится, Христос взял хлеб. Нет, не хлеб взял он в свои причистые руки, не хлеб, а тебя, душа грешная, тебя взял своими чистейшими, святейшими руками. Взяв хлеб, он возвел очи, поднял их к небу, к Отцу, Хвалу воздал Отцу, показал Ему взятую грешную душу, как бы говоря: Я беру эту душу, покупая ее, но не за золото и не за бриллианты. Покупая я ее кровью своею, мукою крестную. Потом сказано: Христос благословил хлеб, вероятно, ожидая свою крестную смерть. Он сделал на хлебе знамение креста. Господь возблагодарил, преломил затем хлеб. Нет, не хлеб Он преломил плоть свою раздробил он. После этого Христос раздал хлеб ученикам, а при этом он сказал те слова, которые повторяются каждый раз во время литургии. «Примите, едите, пите от нее все». Сказав эти слова, Христос Спаситель прибавил совет нежный, любвеобильный. «Сие творите в мое воспоминание». Луки 22, 19. Этот Новый Завет, установленный Христом Спасителем, великую радость внес в жизнь людей. Вкусив тело и крови Христа, люди приобщались к божественному естеству. Впервые вошел в дом их души Господь. Душа людей стала храмом Божьим. О, какое это бесконечное великое счастье! Первые последователи Христа не забыли завета Его. Сие творите в мое воспоминание. И вот уже 19 веков на земле приносится бескровная жертва. В течение 19 веков не было ни одного дня, в который не совершалась бы божественная литургия, и не прекратится она, пока существует мир, земля наша пока существует. Никакая сила вража не потушит лампады, зажженные лучом божества. Сатана поднимал бури, Возвязал жесточайшую брань, заставлял бушевать волны страстей все это для того, чтобы потушить светлую лампаду, литургию божественную, но не удалось ему это и не удастся. С пришествием Антихриста снова начнется гонение на литургию, снова придется ей скрываться под землей, как во времена первых христиан. Но и во времена Антихриста будет совершаться литургия и в последний день мира, когда ангелы соберут на суд всех людей и живых, и вставших из гробов, и в этот день будет совершена божественная литургия, только на небе совершена она будет. Други мои, берегите эту Божью лампаду, любите литургию божественную, старайтесь насытиться из этого источника жизни, считайте потерянным день, когда вы не будете слышать литургию. Церковь всех зовет на этот пир Божий, даже тем, кто остался дома по нужде. Матерям семейства церковь старается ударами колокола к достойно напомнить, что в храме в этот момент совершается божественно страшная литургия.